13 февраля. Встречаем рассвет. Над Джугой восходит солнце. Когда на улице ветер, лучше собираться в палаточке. Сейчас тут коврички все свернем, подушечки сдуем. Вот. Около 7 утра. 15 февраля. Армянский хребет.
ущелье реки Белая, главный Кавказский хребет, Колхидские ворота. Высотой немножко больше 2000 метров. Километров 30 между Фиштом и Чугушом. Именно из-за Колхидских ворот такая пышная флора и фауна на территории Сочи и в Адыгее и в Краснодарском крае. Вот такая вот климатическая особенность, географическая особенность повлияла на климат этих мест. Несмотря на то, что ногами трава, все равно одеваем снегоступы, потому что ветер с небольшим морозом образовали наст. Он недостаточно крепкий, чтобы держать человека с рюкзаком. И можно очень сильно повредить ноги. Когда идешь по такому насту, то проваливаешься, то не проваливаешься. Короче, можно выломать себе и колени, и щиколотки, и все что угодно. Поэтому лучше идти в снегоступах по фирну. Вот Фишт. Фишт в Шехасу Аштеновским массивом. Прям так пасмурно. Все, пошли дальше. По Армянскому хребту, в сторону перевала Армянского. Идем. Вот он, Фиш открывается во всей своей красе. Ущелье реки Белая. Вот он, Армянский хребет. Адигея. Ребята, здесь виды. Все стороны. Лагодья Лаганаки. Главная горала. Какие надувы снежные, мощные. Ну, ребята идут. Такая высота тут снега. Какие массы снега тут, метра по 4. Опять карнизы нависают. Красота. Ну, ребята пошли в сторону Ольштейна. Шум снегоступеров только и слышно в горах. Красота. Тишина. Ребнем. Вон, видали, какое количество снега. Снежные надувы, ребята, красивые елочки. Внизу мутный тепляк, соки его из-под Аштена. Ох, красота. Прикольный трикопунт. Сейчас отсюда обнаружили следы снегоходов. Ну, вот, которые, наверное, к Фишт-Аштеновскому приюту катались люди через перевал Белореченский и так далее. С той стороны, со стороны Сочи. Ну, сейчас мы идем потихонечку. Кайфуем от этих видов. Вот такой тропа пошла. Вон туда, перевал Армянский. Такое тут падение, такое вниз, как кайфовое. Сейчас пробежимся. О, это кайф, спуск в снегоступах.
выгребаем наверх. Такой склон. Техника ступеней. Вышли наверх хребта опять. Сейчас пойдем дальше к Оштейну. Вот такой склон. Вот тропа по армянскому хребту. И виды. Вот они, все Колхидские ворота. От начала до конца практически. Вот так вот подходим к цивилизации. На сноубайках типы здесь катались. Дальше не поехали. Вон они, следы. Нарезали здесь. Вот внизу на поляне приют фишт. Засыпанный, как всегда, по крышу. Под фиштом. Вот этой громадиной. Крыша, только вторую, короче, в одну крышу можно залезть. Следы цивилизации. Белореченский перевал. Армянский. Во всей красе города Гии. А вон они даже свалили этот кусок снега. Короче, они здесь мотались, зажигали. Да. Вон там ребята вообще под ответственным углом практически вниз. И потом колесили здесь по армянскому хребту. Да, техника. И мы подходим потихонечку. Сейчас стояночку сделаем с большим хорошим перекусом, чайком, супчиками. И пойдем уже к лесу. Снегоступинка в горах Адыгеи. Большой перекус. Под Оштейном с видом на фишт, приют фишт, вот там вот крыша его закопанная, снег, вон она. Можем сделать, знаешь, как я холодного был, такого холодного. Перекус. Не, я подзаварил, все нормально. В эксклюзивном месте, ребята. Если перекусывать, только надо в таких местах. Какая красота здесь, ребята, по тропе. Зима, 15 февраля, много снега, Оштейн, великолепный Оштейн. Вот. И мы подходим к армянскому перевалу, и потом почешем по тропе на Кузырипольский перевал. Техника.
спуска на снегоступах. Тут перевал Армянский. Пришли. Армянский перевал. Вид на Фишт. Приют Фишт внизу на линии. Ну, вот они, указатели тропы. Вон он, перевал Белореченский. Короче, тридцатка на море. Благодарю тебя, Армянский хребет, за удивительное откровение панорамы. Это просто бомба. Классный хребет. Волшебный снегоступинг. Лоштен. И вон она, гора Гузырипль. И мы идем на Гузырипльский перевал. Ущелье реки Мутный Тепляк. И трехтысячники Адыгеи. Заповедные. Красота. Лоштен. Идем. Язык лавины. Небольшой. Катится. Как река. Какая здесь красота. Сосны, любят на камнях расти. И мы идем туда. Тут катались, тут целое представление устраивали. Вот они все, Колхидские ворота и Армянский хребет, как на виду. До Чугуша все и до Ибги. Видно курорты Красной Поляны. Ходим к Гузырипльскому перевалу. Нормально. Гора Гузырипль. Вот он, Гузырипльский перевал скоро. Это отроги горы Аштен. Скалы, обрывы. Ну, еще видим Фишт во всей своей зимней красе. Обалденно красивый. И наш путь. Видите? И совершенно чувачки там козырная наверху хребта. Подходим к Гузырипльскому перевалу. Фишт прячется уже. Последний взгляд на наш путь. Потом пойдем вниз, цивилизация. Вот он, Гузырипльский перевал. Вот, вышли. Вот. Вышли на Гузырипльский перевал. Белореченский перевал.
гора Гузерипы. Гузериперский перевал. Посидели, посмотрели на свой путь. А также там над морем формируется суперциклон какой-то, подходит сюда к изменению погоды. Вот. А у нас погода продержалась просто супер. Бомбаческая. Сейчас идем вниз. Цивилизации поближе. Пектарничек к истокам реки Армянка. И там будем ночевать. Вдоль Аштена. Благодарю. Великолепный армянский хребет. Ты бомбаческий. Тебя просто превосходный. Фиш еще глядывает Оштен. Его прикольные скалы. Вот. Сейчас мы спускаемся по следам этих гонщиков на зимних треках. Траках. Мы спускаемся туда вниз. Ну, они на горе Лаганаки. Каменное море, хребет. Аштен. О, Фишт, любименький Фишт. До встречи, Фишт. Спуск вниз, это прекрасно. Быстро спускаемся вниз. Штен остается вот позади. Вот начинаются первые елочки. Идем по балочкам. Снега много. Вот, что здесь там в снегоступах самый кайф. Такая вот лужа. Короче, 1.5-2 метра снега под нами. Такие дела. Такая красота. Потихонечку вниз заходим в лесную зону, проходим мимо советского еще метеорологического знака, короче, по нему количество снега. Вот здесь забивали эти пластинки. Вот приют Фишт, знак засыпан, как и сам приют Фишт. 9 километров. Вот здесь рядом с деревом 3 человеческих обхвата. Вот такой этот стоит великолепный стенд, красивый. А вот вон он, наш стенд. Короче, путь наш. Идем дальше. Сейчас на стояночку. Вот. Ногой Кош гора, Каменное море, хребет. Здесь, ребята, сейчас зажигают люди зимние развлечения всякие, гоняют здесь. Никто не ходит, все гоняют. Снега здесь 2-3 метра в урочище в этом. Так что кайфово здесь погазовать. Целая дорога. Птички по-весеннему поют. Пихта, наверное, 3-4 обхвата человеческих. Зелененькая такая, красивая, древняя пихта. Какая же ты волшебная пихта. Мы подходим к месту возле реки Армянка. Вот. Уставшие уже, 12 километров прошли сегодня. Для снегоступинга это ой-ой-ой. Знак, 1-й километр тропы
заповедный. Он согнул снег его. Под нами метра три снега здесь. Короче, добрались мы. 12 километров прошли сегодня. 930 поднялись, 530 поднялись, 930 опустились, короче. Вот, и здесь вот, в этой прикольной поляне, ставим палаточку тебе. Вот здесь вот, в этом месте, вон там вот написано 1 километр, по 2 метрами снега, табличка. Вот мы переночевали. Ребята уже пошли к автомобилю. Тарасу вчера удалось добраться до Гузерипля, подвезти сюда автомобиль поближе на Яворову поляну. Поэтому километр пути осталось нашего похода под этой великолепной пихтой. Мы переночевали. Классное место. Благодарю тебя, место. Река Армяночка под многометровым слоем снега течет, радовала нас водичкой. Так что идем к цивилизации. Иду по лесу один, догоняю ребят. Что хочу сказать, вот природа нам очень сильно улыбнулась такой кратковременной зимней весной, которая бывает в горах Адыгеи. Вот, и мы получили настоящее наслаждение от этого короткого, но красивого времени года. Сейчас в горы зашел циклон. Опять с сегодняшнего дня погода меняется. Вот, будет 10 дней беспрерывных снегопадов. Придет снова зима в горы Адыгеи. Ну а мы воспользовались этой кратковременным окном весенним и покайфовали в горах. Вы видели как. Поэтому снегоступинг в горах Адыгеи — это, ребята, это совершенно не скучное занятие. Это наиболее веселое занятие. Это феерия эмоций. Заходить с цветочками, выходить по сугробам снега в 3 метра. Ну вот, это только так, здесь это только возможно. Ну, конечно, без снегоступов никуда. Так что, ребята, ходите в горы вместе с нами. Снегоступинг. У нас уже больше 15 лет опыта. Вот. И ваш поход пройдет идеально. Вон выглядывают хоббитские домики, занесенные снегом. Сама не хочу. Но это цивилизация. Вот такие толщи снега. Метра 2 на крышах. Вот она, поляна. Вот так. Вот так, ребята. Мы идем. Вот она. Конец нашего маршрута. Вот они, эти штуки, на которых гоняют здесь. Вот такая вот тут цивилизация. Вот. Псинка, привет. Привет, малыш. Привет. Я ему чуть-чуть твоего сала ему отдал. Ну нормально, чё. Он чипсы унюхал. Ключевой момент. Асфальт, выход на асфальт снегоступа. Все, можно снимать. Погнали вниз. В Гузерипль. Вот такая вот толща снега. Вот мы в Гузерипле, откуда начинался наш поход. Снега здесь даже в помине нет. Ну вот. Мы сейчас посмотрим на
великолепное природное явление. Две реки сливаются. Белая, чистая и желобная, мутная. Хуанхэ и Янцзы местные. И пошел поток. Устье реки Киша. Великолепная река. Одна из самых диких ущелий на Кавказе. Ущелье реки Киша. На той стороне сейчас охот хозяйства. Никого не пускают. Там мост. Едем по весеннему лесу. Родника здесь. Водичку наберем. Там первоцветы. Вот такая вот зима в Адыгее у нас. Гранитный каньон реки Белая. 16 февраля, ребята. 16 февраля. Наслаждаемся этим видом. Кайфово.